Идем с Ухаровым на тренировку. Он тоже снимает свой блог. Когда вы... Когда был блогер, да, вот приехал Миша и идем на тренировку. Приехал, ты говорил. Я проговорил, чуть не упал. Как твоя жизнь, Артем, как твои дела? Нога болит. Спина болит, хую. Вот это там сзади кричали, это не нас ограбить хотят? Давай не будем оборачиваться и пойдем быстрее. Да, пойдем. Всем привет, я Михаил Панков. Я через неделю улетаю в Бразилию, в Сан-Паулу, заниматься джиу-джитсой. А сейчас я нахожусь в Измайловском Посаде и готовлю свои поездки. Мы будем покупать матрешки. Если раньше челноки везли что-то из Китая в Россию, то теперь русские везут матрешки из России в Бразилию. Я уже в Цюрихе, мне нужно перейти в другой терминал, чтобы выйти из Сан-Паулу. Здесь между терминалами ходят не автобусы, а целый внутренний поезд. Вот сейчас сижу в нем, такое цюрихское метро. Помимо того, что это поезд при аэропорта, здесь пересаживался перед чемпионатом мира IBJJF великий русский борец Антон Петраков. Поэтому это очень значимое место для отечественного джиу-джитсу. Первое в моей жизни приключение в Бразилии. Мы пытаемся выехать с парковки. Ищем Саиду. А, во, мы нашли Саиду. Вот мы выехали. За рулем товарищ Андрей. Своем катафалке французского производства. Везет меня к Ухарову. Вот выбрал вам фон поинтереснее, расскажу немножко про тренировки Цезаря Кости. Тренировки проводятся 6 дней в неделю, точнее 5 дней в неделю, с 7 утра до 9 вечера, каждые там, 1,5-2 часа. То есть тренировки в 7 утра, в 9 часов утра, в 10:30, в 12, в 15, в 17, в 19 и в 21. То есть 8 тренировок в день, каждый день по будням. В субботу обычно где-то одна тренировка в 12, без тренера, просто отработки. Соответственно, формат тренировок. Есть тренировки для любителей, так сказать, для рабочих людей. Это утренние, то есть в 7 и в 9, как правило. И вечерние, там, в 7 и в 9 тоже. То есть те люди, которые работают. А есть тренировки для людей, которые не работают, только тренируются. Это полуденная тренировка, по ней по 50 человек бывает, там много компетиторов и прочее. Ну, то есть 12 и в 3, как правило. А в 10:30 тренировка для черно-коричневых поясов. Фиолетовых туда не пускают, я пока там не был. Видел одного фиолетового, там он там местный чемпион чемпионов, там мотает коричневых и черных поясов на сагевах, поэтому он единственный, ему можно заниматься. Я пока там не бывал. В 5, в 7, в 9 утра есть тренера. На остальных бывает, что даже нет тренеров, то есть люди... Либо приходят сразу борются, либо просто отрабатывают. То есть, если вы пришли на тренировку с тренером, как правило, сначала разминка. Бывают разминки для общих групп совсем. Типа побегали, руками помахали. Там 5-10 дорожек креветок, 5-10 дорожек кувырочков. Поползали, собственно, все, вся разминка.
без каких-то там специфических упражнений и дриллов. На новичковых группах для белых поясов, например, на утренних, там делают и дорожки, и более внимательно тренер там подходит белым поясам, объясняет, как они правильно делаются и так далее. На общих группах такого нет, очень, очень все просто. А там черные, коричневые пояса, я так понимаю, вообще приходят без разминки, начинают просто дриллы делать и все. Тренировка для черных, коричневых поясов. 15 пар. Соответственно, после разминки, как правило, техника. Это может быть там, ну вообще, бывает структурировано. Там это может быть комбинация какая-то. А бывает не в попад. Типа поделали рычаг локтя, потом поделали ахилл. Ну, условно, конечно. И потом очень много борьбы. То есть, в основном, почти на всех тренировках, даже для белых поясов, много борьбы. Бывают тренировки просто дриллы. То есть, приходите, делитесь на пары, и, допустим, каждый по 5 минут делает, что хочет. Или по 10 минут, по очереди. То есть, тренировка даже без борьбы, просто отработка, отработка, отработка по очереди. Бывает очень много дриллов. То есть, дриллы на проход, тоже по 5-10 минут каждый херачит, потом поменялись, другой проход, потом поменялись, и борьба. Есть ли отличия по поводу детских и взрослых тренировок? Вообще нет. Дети тренируются вместе со взрослыми. То есть часто на вечерние тренировки люди берут просто детей, или дети сами приходят, не знаю, там какая схема. Андрей, например, берет своих детей на вечерние тренировки. Их там 4, 5, 6 человек, может быть, из, допустим, 30 на тренировки, и они просто между собой также борются вместе со всеми, разминаются вместе со всеми, делают дриллы, ничего необычного. Вот, я надеялся, что будет какая-то специфика, как-то дети по-другому тренируются, оказалось, нет, просто вместе со взрослыми, без каких-то заморочек фигачат. Тренировки по длительности есть полторачасовые, есть двухчасовые. Соответственно, с утра с 9 до 10.30 тренировка полтора часа. А, например, с 12 тренировка до 2, 2 часа, потом час перерыв, и в 15 тренировка опять. Не знаю, на ней ни разу не был. То есть 1.5-2 часа все тренировки проходят. 12 часов, competition класс. Все очень мощные, очень принципиальные. Рубятся не на жизнь, а на смерть. Ни одного балла не отдают. Еще получают всех люлей на этом классе. Я сегодня на первой тренировке, которая идет с СССР, сам лично, компетиторская тренировка, компетиторский класс. Очень скудная разминка, там попрыгали, поотжимались, поделали пресс, покачали шею, много креветок, потом по 5 минут свободная отработка и почти полтора часа борьбы, борьба, 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 борьба. СССР сидит, всем подсказывает, собственно, пока вся тренировка под его началом. Но это цветные, это не черные, коричневые, это синие, фиолетовые, компетиторский класс, белых вроде нет. Зацените порванную штанину. Смотрите. Да. Человеку приходили спайдер-гард, порвали кимоно. Хочу немножко, кстати, про кодекс рассказать, кимоно. Оно уже стало, если видно, серого цвета. Да? Уже серого цвета, много солнца. Это отражает то, что творится в зале. Но при этом, как бы, никаких проблем на швах, ничего не расходится. И при мне в зале порвали несколько штанов и куртку. Вот я уже полгода треню в кодексе, и последний месяц треню в кодексе в ЦСР кости. И все нормально. Мне, конечно, говорили, что кодекс хороший кимоно, но я не ожидал от СНГ-шного бренда таких результатов. Я уже снимал видео, где я закупался матрешками перед Бразилией. Матрешки я сдал. Получил деньги. Много бразильских денег. Я заселился в отель, в котором я буду жить этот месяц. В отеле живет
Артем Ухаров, потому что батюшка его выгнал. Вот. Тёма вон сзади работает, а я пока располагаюсь и изучаю местность. Стиралка, кухня и наша спальня. А сейчас мы будем кушать. Как вы там в России, пацаны? Что снимаешь, Тёма? Как ты готовишь хавать? Фунчозу с мясом, с красным перцем. Для тебя и для меня. Для русских путешественников на чужбине. Вот такая вот чужбина у нас. Красота вечерняя, закат. Солнца уже не видно. Чтоб Панков и Ухаров не голодали. Точно. Вывозили. Бразильцев выносили. Вывозили по БЖЖ. Чтобы много тренироваться, надо много жрать. Поэтому мы толстые. Поэтому у нас категория хэви. Супер хэви. Супер хэви, мидл хэви. Hey guys. Guys, say hi. Hi. Bye bye. Че, Тём, вкусно? Сейчас потестим. Что за мясо? Говядина. Нормально. Нормально? Как это? В тарелке. Тёмка нарезает. Вот всем. За БЖФХ. Что, рассказывай, как тебе тут? Ну, я третий день в Сан-Паулу, за 3 дня сделал 8 тренировок. А на тренировках с некомпетиторами я даже подоминировать могу там над белыми поясами кого-то выиграть, но сегодня в 10:30 была общая тренировка, там черные пояса, пурпурные. Я таких люлей получил, меня просто переехали. И в конце всего этого еще Цера толкнул, ну, такой кошта, который вот, вот этот вот. Самый главный тут. Да. Он толкнул речь в духе, ну, пацаны, типа, которые на соревнованиях проигрывают, ну, вы сами виноваты, вы мало тренируетесь, вы там раза два в день тренируетесь, надо больше тренироваться, там, раза 3-4 в день, как бы, ну. Тогда все будет получаться. Тогда у вас все будет получаться. Ну, и там, еще много слов на португальском, но Андрей Хазов отказался нам их переводить, поэтому дальше мы ничего не поняли. В двух словах сказал, просто надо больше тренироваться. Да, да, Артем, правда? Точно. Мне очень нравится здешняя еда, здесь вот жидкий хлеб подают, вот жидкого хлеба налили. Здесь, да, здесь много мяса, много свежей рыбы, тропических фруктов. Причем то, что они тропические, это нифига не значит, что они обязательно будут вкусные. С бананами мы здесь уже облажались, купив невкусных бананов. Еще не пробовал невкусные манго. И тут много сахара. Я купил манговый сок, такой думал, сейчас сахар потечет по моим венам. Как оказалось, лютая кислятина какая-то вообще мерзкая. А так вот мы там приобщаемся к кокосовой воде, купили кокосы, ходили вот эти как веганы, посасывали кокосовую воду из кокоса. Хипстеры. Да, то есть, не, вообще, если говорить о районе, где он живем, где мы живем, то, ну, сын Андрея нам о нем рассказал, типа, то, что в школе учил, что Ипиранга – это один из самых старых районов Сан-Паулу, отсюда началась независимость Бразилии, здесь Педро II жил, короче, район понтовый. Рядом с центром все дела, везде брусчатка, чистенько, убрано. До зала пешочком ходим. Да, рядом со своим костом. Да, то есть в плане жизни здесь все нравится. Бабы, ну, на любителей, они либо маленькие, как бы. Либо жирные. Они обычно совмещают, как бы, черные, жирные и маленькие, как бы. Те, которые занимаются джиу-джитсу, они как бы, ну, поприличнее выглядят, но у них такие рукопожатия, что мне страшно, как бы, я боюсь, что если я сделаю там им как бы кис-кис, как бы, то это будет последнее, что я скажу в своей жизни. А так, за 3 дня Бразилия, она точно нравится, то есть она классная. То, что можно ходить в тренировку пешком в сланцах, то, что у тебя весь день в зале джиу-джитсу, ходи, тренируй, сколько влезет, это тоже классно. А, пацаны приятные, то есть... Есть нюансы там в духе, что нет, допустим, у нас газопровода в доме, там газовый баллон на кухне стоит, с него газ идет. Горячая вода,
с перебоями. Вот. Пивной бокал, вот этот пивной бокал в Бразилии. Вот эти, помните, вот свои пивника, бокалы в России, там вот эти литровые и так далее. Вот. Леша, Беляя, вот! Вот отсюда ты будешь пить. Если доедешь до Бразилии. Мы с Мишей зарегались, но тоже не на место. Нет, мы почти зарегались, он отказывается понимать наши карты, поэтому мы надеемся, что, да, что отец Андрей нам поможет с этим. А так, то есть, ну... Я еще точно не распробовал Бразилию за 3 дня, пока что мне все нравится. Посмотрим, что будет, если укушу глубже. Somos atletas de jiu-jitsu, mandando um salve aí pro DJ Freaks. А завтра мы едем на океан. На океан! Блять. Блять.